Пожар в сауне. В 3:30 ночи по улице Круговая сработал датчик автоматической пожарной сигнализации. На втором этаже 4-этажного дома горела деревянная облицовка парильного отделения на площади около 20 квадратных метров. Примерно через 40 минут прибывшие на место спасатели полностью ликвидировали пожар. Причина возгорания устанавливается. На момент возникновения пожара в доме находилась только одна женщина. Медицинская помощь ей не понадобилась. По словам персонала, женщины, которая находилась на месте, она ночью услышала сработку пожарной сигнализации, вышла в коридор, обнаружила дым и в дальнейшем обнаружила очаг пожара. Тушить она, к сожалению, сама не могла уже, потому что задымление было сильное. Поэтому она обесточила помещение и вышла наружу для встречи наших подразделений.